Каждый день похож на предыдущий. Кажется, что ничего не происходит. Нет никого на расстоянии вытянутой руки. Некому подтолкнуть купели, где возмущаются воды, чтобы дать исцеление первому туда погрузившемуся. Я обживаю одиночество в келье посреди мегаполиса, монашескую жизнь, в которой келья всему научает. Терпению, смирению, упованию, надежде, любви. Смотрю в окно на смены сезонов. Новые листья, яркое солнце, шелестящие листья, закрывающие солнце и небо, торжественные листья, постепенно открывающие небо, черные ветки без листьев на пасмурном мрачном небе, крики уток, создающих пары по утру, щебет птиц, начинающийся все раньше с увеличением дня, детские крики, да начинающиеся все позже темноты, иногда вой собаки и лязг мусоропровода, мусоровоза, и тишина, тишина, тишина. Мне кажется, что жизнь остановилась, по крайней мере, моя жизнь. Но моя Риоабаджа, река под рекой, никогда не останавливает свое течение. Она несет меня в лодке безмятежности и тишины к новым землям и к новой я, которая будет населять эти земли. Радуга никогда не обманет.